Алроса, являясь одним из крупнейших мировых поставщиков алмазного сырья, заинтересована в применении новых технологий для проверки и мониторинга здоровья сотрудников. Медицинский центр компании приобрел оборудование, позволяющее за считанные минуты проводить массовые осмотры работников до и после смены. Тему продолжат мои коллеги из Алмазного края. Измерить температуру тела, давление, ритмы сердца и пульс, пройти тест на алкоголь и наркотики – все это за 70 секунд можно сделать без участия медицинского работника. ЭСМА – электронная система медицинских осмотров – теперь внедрена на промышленных площадках Айхальского ГОКа. В декабре прошлого года в основных цехах Айхальского комбината было установлено 14 терминалов, через которые за сутки проходит более 1500 работников до и после смены. Система не только обследует и дает заключение о допуске, но и ведет запись всех данных, в том числе видео и фотоматериалов. Сначала сотрудник по индивидуальному штрих-коду регистрируется в системе. Электронный аппарат измеряет давление, а затем бесконтактные датчики, расположенные на уровне лица, определяют температуру тела, проверяют реакцию зрачка и измеряют количество алкоголя по выдыхаемому воздуху. Результат выводится на монитор под роспись работника. При выявлении каких-то признаков, допустим, высокое давление, пациент не отстраняется от работы с первого замера, он действительно идет, выжидает, согласно регламентам по законодательству, ждет 20 минут. Через 20 минут медицинский работник повторно производит замер давления и уже принимает решение о допуске работника на рабочее место. Насколько удобно это будет для работников, станет известно уже в скором времени. Пока система только адаптируется, решаются организационные вопросы. Однако с уверенностью уже можно сказать, что медосмотры стали проходить гораздо быстрее. Светлана Угрюмова, Александр Домонтович, телеканал «Алмазный край».